Начинаю новую запись, ходил за яблоками, кидывал файлы на комп. 20 минут четвертого. Последний раз у меня вес был 76,9. Продолжаем. До окончания одного файла двух его осталось 46 минут. 86%. Около 5 часов он грузился. Еще не загрузился. Обработка видео 10 часов идет уже 27 часов. 9 минут. Жесть, надо, короче, веб-кой пользоваться. Пока она не пашет. Ладно, сделаем обеденный перерыв. Ну вот, штука яблок. Кто? Я выбирал то, что помягче. Это стало меньше падать. Если они не успевают зреть. Так что тут разные. И горячие такие. На улице 33 в тени.
лежать яблоки и гниют. Никто не собирает, только осам халява. Наверное, взрослым здоровье не позволяет в таком количестве яблок есть. Ну а дети, что дети? Дети как взрослые. Дети уже зомбированы. Больше одного яблока съесть не могут. Thank you.
при 4 градусах тени. Хотите верьте, хотите нет, я, в принципе, уже наелся. Конечно, что я воду не пью, но да. Это, чтобы жидкость нормально поступала. Скажешь, там, так пей воду. Не хочу, честно, эту воду пить. Во-первых, качество воды. А во-вторых, с яблоками, конечно, проще, просто у меня раньше была система варенка и каждые 2 часа нельзя пищу разбавлять водой. Девяносто 7% обработано, 94% загружено.
99.40. На 109.60. На 109.80. Почти готово. 27:36. Восьмичасовое видео. Обработанное вместе с клеем.
Ура, свершилось. 27,5 часов. Все, конец. Я понял, блин, ну... Ладно, пусть загрузится в конце, то что это видеомастер завис. Короче говоря, 2 гигабайта у меня конвертировалось в 126 мегабайт. 3 файла по 126, ну, по 2 гигабайта исходные, а один файл выходной 72 и выходной 9. Будем начинать заново. Теперь уже какое 11 число, по идее. Два гигабайта, 800. 8 часов 41 минута. На YouTube видео не получается соединять. Может, что с форматом не подходит, не знаю. Это МП4. Продолжаю записывать. Самая низкая МП4. Звук нормально. Видео лучше, чем было в прошлый раз, первое видео. В общем, будем сейчас пробовать. К этому видео надо добавить последний файл, он просто не загрузился на видеомастер. Восьмое, девятое число я загрузил.
наступает тот самый момент, когда я чувствую, что уже не лезет. Хотя, если бы яблоки все были белый налив, можно было бы их съесть, наверное, до бесконечности. Хотя это тоже не факт. Но вот эти вот твердые яблоки, они даже к лучшему, быстрее отвыкнешь. Мой белый налив уже все закончился. Только в двух местах еще яблоки наподобие белого налива. Но или это и есть белый налив. Десятое число. А вы сходите отправить. А, кстати. Это чудо надо тоже загрузить. Вырезать. Сходник надо ставить. С ним начать сейчас это обработку, я буду не успевать опять. В крайнем случае можно будет потом на ночь остановить. Снимать видео не проблема. У многих проблема перейти на вегетарианство. Типа он конкретно подсел на питание всякой гадостью. У них это проблема. Далее перейти на веганство, на сыроедение, моносыроедение, фруктоедение и так далее. Для меня это
особо проблемы не составляет. Почему? Ну, большей части потому, что денег нету. Питался той всей гадостью. Да и привычки у меня такой не было, даже когда деньги были. Поэтому для меня это проще. Вот, ну, вот эта вот обработка. Ну, 8, 13 гигабайт, почти 10 часов. Вчерашнее число. Надо попробовать другой формат, чтобы можно было соединить. Ну, в принципе, это и есть AVI формат. Но оно мне сейчас выдало почти исходник. Пусть будет AVA, HD, можно даже не HD делать, какой-нибудь обычный. Написано хорошее качество, но я все равно сейчас меньше. Минимально сделаю. Походу AVA можно будет на YouTube потом соединить. А то я там HD делал. Почему-то HD не соединяется. Может, долго еще по той причине, что я добавляю текст. Без текста нельзя. Такое уже было.
пиратов. Здесь постоянно моя физиономия присутствует. Но на другом сайте можно ставить и монетизировать. Без ссылки на мой канал. Я раньше не делал этого, ну, не вставлял текст. Сейчас чувствую, что пора уже. Понимаете, в чем дело? Это видео здесь напрямую связь со здоровьем. От моего имени могут все что угодно рекомендовать. Вот. Но я должен знать, что происходит. Поэтому надо оставлять название своего канала. Дело не только в монетизации. Я вообще хочу, очень хочу отключить эту рекламу. Но у меня, блин, по-другому нет денег. Да, сейчас подумать, иди работать и тому подобное. Не могу я. Потому что если я не буду этим заниматься, люди так и будут фигню питаться всякой, а яблоки будут лежать и гнить. Я уверен, что можно зиму нормально пережить, пусть даже здесь будет холодно, я готов к этому. У меня как бы закалка есть. Посмотрим, если без соединения, как нам будет долго. Это, конечно, хорошо, там ничего сложного, каждый раз, каждый час включаю, да, и все. Канал звука, блин, микрофона у меня нету. И качество вообще отстойное. И весы не снимешь лэпкой. Надо что-то с этим делать. Куда другие форматы пробовать. Ну, сейчас посмотрим, да, YouTube загрузится и попробовать соединить. Все-таки хотелось, чтобы был бы один файл сплошной, а не множество там отдельных частей.
Виснет. Загрузка на 99% остановилась. То ли не обновляется, то ли скорость по нулям. Разлоплилась. А если попробовать?
Да, это мне сейчас яблоки кажутся твердыми. Порошенная пшеница не мягче. Три минуты продолжаются уже, наверное, минут 15. Один процент остался. Сейчас что-нибудь попробую. Точно, я переместил. Я файл переместил в другую папку, а чисто автоматом не подумал даже. А там 1% остался. Сейчас его обратно сбрал. Все вместе собрал, до кучи перенесли. После обработки. А файл не обрабатывался, что не определился. И в проигрывателе не открылся. Ну, загрузился почти.
Что там перемещаться не хочет. Главное обсуждать. Давайте переместить вот эту пиво. Вот по количеству таких ошибок, которые я совершаю на автомате, можно определить, как чисто яблочная диета на меня влияет. И такая вот жира в частности. Прибыль первая на сегодняшний день. Вот если я сейчас делаю обновление страницы на загрузку, 99% не сохранятся. Это будет очень плохо. Сейчас 10 прошло, а еще сейчас 15 остался. Обновляя страницу, надо было именно в этот момент, чтобы подключился МТС-овский модем. Ну, связь прервалась, короче.
Ночью комп работает лучше. Ночью выключена, ну, монитор отключен, короче говоря. И не так жарко, конечно. Но я его не трогаю. И поэтому загрузка шла и обработка одновременно. Днем завал. Там свои разборки. Блин, самое обидное то, что 1% остался. Около 4 часов разъелось. Вот это то, что называется на автомате. Сознательно что-то вот делаешь, знаешь, что-то надо переместить. Берешь, все перемещаешь. А что ты перемещаешь, даже не подумал. Спасибо.
Отдаляем, блин, 1% остался. Оставался. На 4 минуты, блин. Чё сразу тот?
Она еще меня протопила. Блин, че? Перезапустить Mozilla, блин.
Солнце на градусник светит сейчас. 39 градусов уже. Ветерок поднялся. Зависла могила. Хочу перезапустить.
тот файл сохраняется, но надо с одного и того же места повторно загружать. Все, заново загрузка началась. В общем, ладно, еще 4 часа. Будет до 9 часов грузиться. Может, в принципе, успеть. Надо, чтобы было протупить, а? Ничего страшного. Такие бока не первый раз происходят. Или наподобие, а уже привыкшие. Что парится по этому поводу? Ну, сейчас не загрузилось, потом загрузится. Короче, надо помнить трубку хотя бы некоторое время. Наверное, я приму лежащее положение. Я уже забыл, как сидеть. Зато не могу сидеть читать. Как для книга. Я прилежу.
5.40 точно. Чтобы медитировать можно, в принципе, в любой позе. Потому что эта поза олицетворяет цветок лотоса. А почему именно лотос? Это потому что у него у цветка лотоса такая структура, что капли воды, когда стекают с его поверхности, вместе с собой забирают и пыль, и грязь. И поэтому он всегда чистый. Это именно чистота, олицетворяет эта поза. Именно цветок лотоса. То есть чистота ума, ну, тишина, затишье. Ни о чем больше не думать, только сконцентрироваться на чем-то одном. Это и есть медитация. Вот. Я долго сидел на стуле, чтобы приучить свою поясницу, позвоночник. Держать осанку, надо ровно сидеть. Надо теперь я бы на спине вот так вот. Ладно, для начала хочу. Я не знаю, как меня сейчас видно, честно. Если видны только ноги, но это не тот результат, который хотел я. Может, так было лучше. А, наверное, картина там видна, да? А мой папик любит подобные заманухи делать.
Сейчас бы так, у меня, блин, растяжки никакой нету. Тяжело, конечно, но по чуть-чуть. Это можно привыкнуть, хотя бы.
это холодная стена, а диван дофига мягкий. Надо что-то другое думать. Можно попробовать на полу.
Да, сейчас на этом этапе я поражаюсь, как можно часами сидеть на пятой точке на твердом месте. Но... Извиняюсь, придет время, я так снова.
Сейчас даже закончится. Время 17:41. Сейчас не останавливаю запись.